Я хочу привести себя в форму. И делаю это с удовольствием. Тонус клуб. Телефон 252-91-99. Тонусные столы – это комплекс тренажеров, каждый из которых разделен на неподвижную часть, которая служит опорой телу, и подвижную, управляемую мотором. Занятия на тонусных столах позволяют проработать все группы мышц с помощью плавных движений, повторяемых по нескольку раз. Здравствуйте, меня зовут Элина, я инструктор тонус-клуба. Сегодня я проведу с вами занятия на тонусных столах. И начнем мы со стола для проработки мышц плечевого пояса. Начинаем первое упражнение. Для этого мы ложимся на кушетку и хватаемся за поручни сверху. Когда рычаги идут вперед, мы с усилием тянем их вперед. Назад расслабляем руки. То есть локти параллельно держим друг к другу, не разводим их. Данный тренажер имеет двойное предназначение. Он поможет мягко снять стрессовые нагрузки на организм, улучшить кровообращение, лимфоток и повысить общее самочувствие. Грибные упражнения можно выполнять как сидя, так и лежа, прорабатывая мышцы груди, рук и плеч. Далее делаем следующее упражнение. Переворачиваемся на живот, хват поручней снизу по бокам и делаем отжимания. По эффективности занятия на тонусных столах в 7 раз превосходят занятия традиционными аэробикой, шейпингом или фитнесом. И при этом занимающиеся не ощущают усталости ни во время, ни после занятий. При помощи этих упражнений мы привели мышцы плечевого пояса в тонус. Переходим к другому столу. Я хочу похудеть. И делаю это с удовольствием. Тонус клуб. Телефон 252-91-99. Далее мы переходим к столу для тренировки приводящих и отводящих мышц бедра. Для этого мы садимся на стол, ставим ноги на подвижную часть платформы и работаем на сопротивление. Начинаем упражнение с проработки внутренней поверхности бедра. То есть здесь работаем на сопротивление. Когда платформы расходятся, мы не даем им разойтись, прижимая внутренней поверхностью бедра подвижную часть платформы. Этот стол хорош для проработки внутренней поверхности бедра, которая, в принципе, плохо дается проработке. Упражнение позволит с большей эффективностью раздельно нагрузить мышцы внутреннего и внешнего бедра, тонизируя их и разглаживая непривлекательные ямочки целлюлита. Следующее упражнение у нас проработка внешней поверхности бедра. Для этого мы прижимаем ноги к внешней поверхности платформы и также работаем на сопротивление, уже не даем сойтись ей. То есть теперь у нас вся вот эта вот часть работает. Приходите в наш тонус-клуб, и ваши мышцы всегда будут в тонусе. Я хочу иметь идеальную фигуру и делаю это с удовольствием. Тонус-клуб. Телефон 252-91-99.
Косметика от компании «Сатис» направлена не только на чисто внешний косметический эффект, но и на долговременное глубокое восстановление здоровья всех функций кожи. Линии «Сатис» предназначены для женщин и мужчин разных возрастов. Профессиональные косметические программы придадут вашей коже сияние молодости, вернут тонус, успешно избавят от таких проблем, как сухость, увядание, морщины, излишняя пигментация или угревая сыпь. Официальный партнер программы – сеть шикарных мебельных салонов. Студия мебели «Флэт», улица Зорги, 70/1. Салон мебели «Аллегро Стиль», улица Чернышевского, 104. Мебельный салон «Мебель Энсайт», улица Менделеева, 227. Мебельный салон «Мебель Энсайт» предлагает совершить увлекательное путешествие в мир персонального комфорта и роскоши. Приходите и насладитесь неповторимыми формами и превосходным качеством мебели. Каждого, совершившего покупку в предстоящие праздники, ждет удивительный подарок. Мебель от «Мебель Энсайт» для тех, кто выбирает лучшее. В начале апреля в уфимском гастрономе «Глобус Гурман» для всех желающих прошел вегетарианский семинар при совместном участии шеф-повара-гастронома Гузели Бурангуловой и руководителя школы йоги Лялина Виталия. Здоровое питание набирает популярность в нашей стране, и поэтому неудивительно появление вегетарианского меню в ассортименте «Глобус Гурман». В рамках семинара гости смогли узнать о главных принципах и преимуществах вегетарианского образа жизни, об интересных свойствах некоторых продуктов и, самое главное, лично убедиться в том, что популярное мнение о пресности вегетарианской пищи абсолютно ошибочно. Я бы хотела рассказать о том, как внутренний огонь сердца и внешний огонь, на котором мы готовим, сливаясь, создают неповторимый рисунок тех фантазий и той мечты, которую мы вкладываем в процессе приготовления. Это магия кухни. Наша пища становится освященной нашим сердцем, когда наши помыслы чистые. Виталий и Гузель провели мастер-класс и приготовили такие блюда, как летний томатный суп с чечевицей, грибной соус с рассыпчатой гречкой, овощной рулет в тонкой лепешке и жареные картофельные рулетики с зеленью с таинственным индийским названием «Алу Патра». Суши-повар гастронома представил для дегустации вегетарианские японские роллы. Все блюда готовились без использования молочных продуктов, поэтому прекрасно подходят и для тех, кто придерживается христианского Великого Поста. «Гурман» всегда идет в ногу со временем и готов предложить ассортимент, отвечающий популярным веяниям гастрономической и кулинарной моды. Ну, мы прощаемся с вами. Лия Андреева. Вадим Прохоров. Будьте здоровы. Это была программа «Красивые и здоровые». Увидимся на М-телевизоре. Стиль ведущий Королевства красоты Лик. Проспект Октября, 13, телефон 2-822-522. Генеральный партнер программы «Красивые и здоровые» – клиника красоты «Секреты совершенства». Клиника «Секреты совершенства» предлагает самые современные методы омоложения. Нитевая подтяжка «Аптос», радиолифтинг, все виды мезотерапии, прессотерапия и обертывание, контурная пластика, ботокс, лечение волос, а также все виды парикмахерских услуг, маникюр и педикюр. Мы работаем для вашей красоты и здоровья.
Гастроном премиум-класса «Глобус Гурман». Принимаем заказы на фуршеты, банкеты и праздничный домашний стол. Вкуснейшие торты по домашним рецептам от шеф-повара, готовые и на заказ. А в качестве универсального подарка для всех – гастрономические корзины и подарочные сертификаты от нашего гастронома. Галерея «Арт». Телефон 293-68-15. Натуральное оливковое масло «Артеолива Экстра Вёрджин» отжимается только механическим способом из самых спелых, неповрежденных оливок, собранных вручную. Инновационная упаковка «Тетрапак» масла «Артеолива» легче, чем стеклянная бутылка. Не бьется и надолго защищает масло от света и воздуха. Позволяет надолго сохранить все полезные вещества и, главное, витамин Е. «Артеолива» – оливковое масло с высоким качеством и ароматом из Испании.